кто написал произведение «Бородино»? Бородино? О, Пушкин. Или Лермонтов? Или Лермонтов. Или Толстой. Вот с литературой у меня все плохо, извините. С литературой все ужасно. Ладно, хорошо. Сколько хромосом у человека? 46. Сколько материков на планете Земля? 6. Нет, ты молодец. Вот типа, ну здесь тебя вообще не сбить. Конечно. То есть, если я скажу, ты ошиблась, типа 5, ты поймешь, что я тебя путаю. Теперь уже нет. Ну, Австралия, Африка, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. 5? Что у тебя по физре? Английский? Давай подписчикам скажи, вы самые крутые, вы самые обожаемые. Подписывайтесь на канал. Ну, естественно, на английском. You are very good people. Ну, у тебя английский, как и мой, да? Давай что-нибудь другое. Давай другое что-нибудь. Subscribe to the channel. Английский, как и мой, да? Да. Кто написал третий том «Война и мир»? Толстой. Нет? Так, стоп. Нет, вроде Толстой же писал. Ладно, давай дам три варианта. Пушкин, Толстой или... Как его? Я забыл просто, кто написал. Ой, Лермонтов. Пушкин, Толстой или Лермонтов? Толстой, наверное. Надеюсь, что сейчас классный руководитель не смотрит это, потому что мне очень стыдно. То, что все. Или Лермонтов, блин. Ну, давай дашь уже свой ответ. Пусть будет Лермонтов. Лермонтов, да. Ладно, хорошо, держи шоколадку. Спасибо большое. Давай тему, в которой ты разбираешься. Ну, я химико-биологический класс, полагаю, это или биология, или литература. Сколько хромосом у человека? 42. Наверное. Понятия не имею. Господи. Ладно, литература. 0,2% от 100. Это сколько? Сейчас посчитаем. 0,2. 2 сотых на 100. 2. Просто 2? Да. Что по математике? А, нет, стоп, 0,2. Нет, стоп, это 2 сотых от 100. Да, 2. Все как легко. У тебя есть ведро на 10 литров. И второе ведро есть на 5 литров. Сколько у тебя ведер? 2 ведра. А, нет, одно ведро просто... 10 литров в этом же ведре и 5 литров в этом же ведре. Получается, одно ведро. Вот именно. Потому что по математике ты говорила 4. Да. Сколько нот в нотной грамоте? 7. Да, 7. Нет, подожди, если еще считать типа это, то 8. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. 8. А ты, Жень? Думаешь, до считается? Да. Тогда 8. Хорошо. Я отомщу за одногруппницу. Почему у младенцев костей намного больше, чем у взрослого человека? Потому что они потом срастаются и становятся полноценной костью. Ладно. На какой свет нужно переходить дорогу? На зеленый. Да. У нас ПДД, да? Почему ты так уверена? Потому что на красный ездят машины, а желтый – это предупреждающий знак. Сколько раз ходил старик к морю о сказке о золотой рыбке? 3 раза. А потом что случилось? Старуха осталась с чем? С разбитым корытом. Потому что? Было очень грустно. А что сказка говорит? Почему она осталась с разбитым корытом? Много хотела. Много хотела, а мало получила. Да. Сколько бы ты хотела, чтобы твой мужчина получал денег? Много. Когда была Отечественная война? 41-45. То есть, что у тебя было по оценкам? По истории 5. И ты отвечаешь, думаешь, сейчас правильно? Да. Сколько томов «Война и мир»? 3 тома. Да, нет. Все так легко? Да. Хорошо. Молодец. Следующий, то есть первый вопрос, ты нам подходишь. Столица Испании? Испания. Столица Англии? Нью-Йорк. Столица Израиля?
Не знаю. Давай на хорошей ноте закончим. Столица Белоруссии. Беларусь? А, Минск. Давай на другой ноте. Столица России. А, это Москва. Ладно, отлично.